Вот что интересно, на речке словил зеленую ящерицу. Такая вот красавица. Как бы я сейчас не пытался, она меня все равно укусит. Нет, ты смотри. Только при этом, когда, ну, так вот, если я сейчас дам руку ей, она сейчас хватанет. Вот. Ух ты. То есть вот. Она в любом случае кусается. Это сейчас я ее просто с речки нес. Уже минут 15 она устала. Я ее, конечно, отпущу. Вот такая вот красавица. Смотрите. О. Уже где-то хвост потеряла. Нет, это не со мной, потому что он засохший. Вот такая вот. В основном возле воды. Да не в основном, они только возле воды. Я видел только серых. Говорят, там самец, не знаю. Но именно вот такие вот зеленые возле воды. Ну это уже клыками или что? Она уже. Не, она уже даже не реагирует. А так вот, когда ловишь, сразу кусается. О. Не, уже нет. Не реагирует уже. Ой, красавица. Вот такая она вот красивая. Молодец, уже не кусайся. Уже. А первоначально, конечно, она. Я говорю, это ж надо такое создать. Я говорю, уникальное. Так вот, я отпущу тебя, что ты волнуйся. Я говорю, крокодильчик такой. А тут голубенькая. Не знаю, надо будет посмотреть, как этот вид называется. Одну видел здоровую. А, у нее, кстати, уже хвост отпадал. Намного больше. Кстати, вот такую же ловил. Шрам остался. Потому что у нас вот так вечно то бутылки что-то раскинуты, еще что-то. А, красавица. Вот божье создание. Как же красивый. Ух, ничего себе, она еще и прыгает. Тихо, 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 ты что? Прыгунок. Вот это да, она еще и прыгает. Так это она устала. То, что я ее пока принес от речки. Да. Вот так вот творец сотворил множество видов. Уже не реагирует. А поначалу-то кусалась, конечно. Да, красивая, конечно. Питается, я же говорю, исключительно насекомыми.
Устал, устал. Ладно, отпущу. Сейчас отпущу, потому что где-то забежит в квартиру, а потом не найду ее. Хорошо, минут 15 я ее нес, конечно, она устала. Хус она уже где-то потеряла. Смотрит куда. Ну главное, чтобы прыгнула. Вот красиво. То коричневые есть, но эти вот именно зеленые я в основном возле воды вижу. Говорю. Вот, довольно-таки большая. Все, она уже устала, поэтому уже даже не сопротивляется, устала сильно. То есть можно держать, конечно, в аквариуме, там кормить. Ну а смысл? Смысл? Это ж... Если ты взял там, допустим, яичко, оно вылупилось, вот это ж... И ты дома держишь, там другое дело. А когда вот это уже такая выросла, уже на воле, она уже, ей тяжело будет адаптироваться. Ну, она, бедняга, не знает, куда деться. Вот мощные лапы. Он у всех одинаково, вот это снизу голубенькая. Ну, говорят, вроде как самец, там, я не знаю. Если бы я не разбираюсь. Но именно это довольно-таки крупные. И в основном возле речки они живут. Самое дальше там метров 50-100 я их видел от речки. Так что в степи я их видел. Ну, нет, в степи в основном коричневый там. Хочет куда-то спрыгнуть. Ладно, все. Вот и смотри, рот открыл. Ну, первоначально она пришла. Так, вот, Илюшка, тебе обещал. Выпускаю. Всегда выпускай. Животное присмыкающее. Любое. Пусть оно живет. Все. Смотри, какая она здоровая, красивая. Все, пошла, пошла. Без хвоста. Все. Она пойдет сейчас к речке.